Оп, вот здесь. Вот там, молодец. Потому как выполнение упражнения змейкой, поводок вам мешает. Вот, а, даем. Нет, не туда пошел, не туда. Не нужно говорить здесь нет, не обращаем на это внимания. Работаем и выбираем только то, что у собаки получается. То, что не получается, игнорируем. Положительные эмоции проявляйте. Супер собака, скорее, если за веревку хватает, не играйте, обездвижьте предмет. Не отпускайте, просто держите без движения. Если собака хватает за кольцо, тогда играем с собакой. Сделайте так, чтобы собака за веревку не хватала. Во, подальше. Отбегайте от собаки. И привлекайте внимание. Опять хватает за веревку. Все, я вижу, что даже все достаточно. Да. Серьез? Сириус? Вот он у нас есть немножко паттерн, знает, что лечь, и после этого он не приходит в какую-то позу. Сириус, он привык, что это из-за того, что мы ходили в разные заведения, он ложился. Сириус? Отходим, снова присели. Нет. Сразу нет. Нет. Снова отходим, присели. Нет. Сидеть, говорим. Сидеть. Ждать. Отходим, снова присаживаемся. Нет. Видите, что происходит. Угу. Не нужно сейчас еще что-то добавлять. Спокойно отходим, говорит, ждать, умница, молодец. Нет. Опять садим. Далеко не отходим. Угу. Вот здесь. Ждать. Присели. Сидеть. Встали. Молодец. Срываем с позиции. Да. Вот так, хорошо. Молодец. Теперь в другом месте то же самое, только садим в другом месте. Понял. Сидеть. Замечательно. Молодец. Отходим, присаживаемся, встаем, делаем паузу, срываем. Да. Вот, хорошо. Молодцы. Только здесь еще добавьте
подкрепление, то есть кусок лакомства, когда вы только собаку посадили. Угу. Пока лакомство не убирайте при посадке. Угу. Лакомство даем тоже. Снова садим. Сидеть. Снова отходим. Ждать. Нет. Спокойнее, спокойнее. Ждать. Сидеть, ждать. Молодец, хороший. Молодец. Срываем с позиции. Да. Замечательно. Теперь давайте также в позиции лежа. А вот это уже будет вообще сложно. От собаки не отходим. Перед собакой прям работаем. Mm-hmm. Если собака сразу же меняет позицию, как вы только руку убираете от носа, то тогда руку от носа не убираем. Собака лежит, не меняет позицию, даем лакомство. Чаще здесь выдаем лакомство. Позицию даже сразу надо или... Сразу же. Сразу же. Лакомство к носу. Так. И к полу отпускаем руку. Поводок при этом вы не должны тянуть. Даем лакомство? Даем. Еще даем. Хорошо, супер собака. Молодец. Еще даем кусок. Нет. Не нужно двигаться от собаки. Ага, понял. Вы так провоцируете собаку встать. Вот здесь прям даем, чтобы собаке не приходилось куда-то тянуться. Угу. Руку не убирайте, ближе. Видите, жопа у собаки угу. ползет. Все, понял. Ближе, вот здесь даем, чтобы при собаке не приходилось, чтобы собаке не приходилось ползти за рукой. Вы давайте куски, когда вот так собака ровно лежит. Поводок не натягивайте. Вот еще даем, хорошо. Молодец. Если последний кусок у вас в руке остался, то нужно собаку с позиции срывать. Все, понял. Вот он ложится на бок вот так. Лакомство к носу и чуть-чуть руку вытягивайте вперед, чтобы он потянулся. Не надо рукой там поправлять. Все, понял. Лакомство к носу. Руку вперед, он выпрямляется. Вот, и даем лакомство. Видите, сам выпрямился. Если последний кусок, то срываем с позиции. Вот так, замечательно. Давайте еще раз, позиция лежа. Снова зафиксировали. Вы левша? Я правша. Но мне почему-то так удобнее, вот я заметил. Окей, давайте. Потом, когда будете собаке давать команду, не делайте это правой рукой. Фиксируем в позиции лежа. Даем кусочек, сами встаем, лакомство перед носом, даем кусочек, встаем, встаем и стоим, еще даем кусочек, хорошо, руку от носа убираем и возвращаем, пока собака не успела встать, снова убираем, возвращаем, говорим молодец, умница, еще даем, если последний кусок, то срываем с позиции и снова отрабатываем то же самое в другом месте. Молодец. Собака не встала. Говорим, лежать, ждать. Ждать, говорим. Ждать. Даем. Хорошо. Чуть-чуть. Ждать. Да. Хорошо. Да. Молодец. Ждать. Ждать. Да. Даем. Да. Хорошо. Молодец. Еще. С поводком вам нужно разобраться. Вы наматываете, стремитесь всегда намотать поводок на руку. Да. Вот. Зачем он вам весь? Неудобно еще тренировать собаку, когда у вас рулетка. Неудобно, когда вы вот так наматываете поводок. Вот так наматывать поводок просто ни к чему. Допустим, если на улице грязно и вы бережете поводок, в любом случае его можно постирать, угу. если вдруг вы его отпустили. Здесь чисто, и нам стирать его не придется. Либо, если вы на улице работаете... Ай-яй-яй, сейчас обратим на тебя внимание. Жди. Если вы работаете на улице и где-то грязно, то поводок имеет смысл свернуть вот так, взять его в правую руку, вот на таком расстоянии от собаки. Можно лакомство. Лакомство в левой руке. Собака включается в левую руку. Поводок нам не мешает. Мы его не наматываем на руку. И вот такое движение рядом мы совершаем. Снова переходим к левой ноге. И работаем. Супер, собака. Хорошо. Умочка, скорее, скорее, скорее. Супер, собака. Молодец. Да? Хорошо.
Либо другой вариант, когда здесь можно вообще полностью отпустить поводок. Дайте еще еду. Он вот сзади болтается. Либо вы можете идти даже вот так, он будет болтаться. Он вам не будет мешать. Вы никак не запнетесь. Главное, чтобы у собаки не были запутаны лапы, чтобы поводок вот так вот болтался сбоку. И мы вот так идем. Супер собака! Хорошо! Поводок в этот момент провисший. Молодец! Умничка! Да! Хорошо! И он не мешает, у нас рука свободна. Здесь можно дополнительно горсть лакомства приготовить, чтобы в сумку не лезть. Пошли, 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 скорее, 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 скорее. Давай, давай, скорее, скорее, скорее. Давай, давай, давай. Да, хорошо. Давай еще работаем, кусочек купил. А да, скорее, 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 супер. Давай, 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 давай. Да, молодец. Хорошо. Давайте пробуем. Хорошо. Да. Даем, если сказали да. Молодец, хороший пес. Повернули, дальше двигаемся. Повернули, вот идем. Хороший. Хорошо, супер собака. Еще короче поводок возьмите. Да? И руку отпустите вниз с поводком. Вот, хорошо. Молодец, хороший. А-а-а. Нет. Пока не говорим нет, а привлекаем внимание, ускоряемся и говорим сюда, сюда, скорее. Пошли, пошли. Собака идет с вами, вас все удовлетворяет, и говорим, супер собака, молодец, умничка. Да. Сначала говорим да, потом лакомство отдаем. Старайтесь не путаться. Да. Вот так. Теперь, когда идем, говорим хорошо, умница, говорим рядом. Добавляем слово рядом, когда двигаемся. Вот, хорошо. Руку ближе к себе держите, чтобы собака в стороне от вас не шла, чтобы собака шла ближе с вами. Так. Вот так. Мама. Если уходит или отстает, говорим скорее-скорее, привлекаем внимание собаки. Собака идет с вами. Говорим умница, молодец, говорим рядом. Рядом. Вот, хорошо, поводок провисший, говорим рядом. 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 Даем лакомство. Да. Выходили вот так. Справа, с тобой, вообще говорили. Супер собака. Молодец. Да, отдавали. Хорошо. Да, отдавали. Супер собака. Да, отдавали. Теперь вы будете идти. Поводок также в правой руке. Вы будете говорить. Супер собака. Да. Отдаем. Хорошо. Да. Супер. Молодец. Да. Отдаем. То подняли, то вернули, то подняли, подкрепили, отсюда сверху сказали «да» и внизу отдали, то подняли, отпустили, подняли и внизу отдали. То есть вы собаке показываете, что рука входит наверх, ты не прыгаешь, не прыгаешь, и я тебе даю кусок лакомства. И это все в движении. Пробуем. Молодец. Собака не успела, не начинает прыгать, успевайте подкреплять. Рядом. Да? Да, и отдаем. Вот, чаще здесь подкрепляйте.